мусульмане и христиане живут вместе, и сторона для всех, и рай вот там, на левой церковь, как мы видим, около каждого мечети есть и церковь христианских гей. Да его поймают там. И сожрут. Сейчас брекнет.
наше, вернее, первое наше место остановки по пути в Каир, где останавливаются все автобусы, выходит народ, берет сухие пайки, покажи сухой паёк, да. Вот сухой паёк. И устраивают перекусы. Вот, а вон там автобусы стоят за окном. Ну, наш фирменный тателевский сухой паёк. Ну, вот это там что-то еще продают. Ну, до теперь мини-маркета. Сейчас поедим и поедем дальше. Это начался вечерний намаз. Слышно на несколько километров. Надеюсь, что вам слышно. Продолжаем просмотр видео. Вот так вот видно днем. Вон море с кораблями. Там катер плавает. Вот это вот мы видим все со своего номера. Яхты, корабли. Такое все зеленое, такое все красивое. О, вот Соль-Шарм. Вон написано Соль-Шарм. Пальмы такие. Из балкона видно море. Yes! Вот там вот море. С рапками. А вон автобус, который нас возит. Вон стоит он. Этот автобус нас возит. Ну, так что вот так вот. Это мы тут сушимся. Это на самый верхний этаж. Я видео снимаю. Вот заяц ругается. Я сейчас как пунула туда в море. Вот. Вон риф покажи. Вот он, да, какой красивый риф. Да, ноги наши. Вон вдалеке покажи. Стоят маленькие катерочки. И строится еще один отель прямо на берегу на катере. И вот там вдалеке, смотри, мы не видели. Ты видела вот там туда еще? А вот тут вот наш пляж. Заяц, посмотри на меня. Передай людям привет. Люди. Люда, тебе привет. Кто такая Люда? Все, тормози. Поодиночку не надо. Очень красивые. У нас идут вот заяц среди цветов. А запах, если бы мы передавали. Да, если бы мы передавали запахи, это было бы вообще запах. Душистый. Давай, вот, табак. Вот это вот дорога, идущая на пляж. Вот это вот наш семейный саун. Там на третьем этаже уже с видом и на море, и на бассейн. Дорога до моря. Вот все тут в цветах таких красивых. Это заяц. Заяц. Помаши народу ручкой. Это заяц. Это заяц. Давай другого. Это вот все в этих цветах. Давай, заяц, одевай маску.
Это второй заяц. Это я, второй заяц. Очень классно. Але, пальмы. Пойдемте, знаете, там будет очень красивые цветы. Понял. А у нас маска есть. Мы купили да. маску. Да. Это маска. Хоба. Хоба. У меня только помада на губах. Иди, иди вон, заяц, заяц нашел индийскую кошку. Египетскую. Египетскую, верно. Мявка. Это не крыски на меня. Мяу. Ты видео снимаешь? Ну да. Это же надо. Это кошка. Видимо, хороший. Ну, повадки у них у всех одинаковые. Да. Он думает, что ему что-то жрать дадут. И лапы у тебя такие вот шкурки. Ой, красиво, это красиво. Красиво, красиво. Египетская кошка. Египетский кот. Ну что? Пошли. Да. Пожаловался. Что-то рассказывал. Что там, тебя кто-то обидел, да? Сейчас мы его порвем. Пошли. Оставь. Да, да. О, белое солнце. Да. Это вот игровой центр, где бедуины стоят. Вот шар сейчас посмотрим какой-то. А это вот кальянные, где можно прийти свободно покурить кальян. Вот такие вот, вот это жирафа, это зайца, жирафа рядом с зайцем. А это еще один, смотри, бассейн. А это вот вход такой. Вот такой вот вход. Кальяны, кальяны. А там какой-то бассейн, заяц. И какая-то корабль стоит. Ну-ка пойдем посмотрим. Мы тут с тобой еще ни разу не были. Это, кажется, Сульшарм, наверное. Сульшарм, да? Здравствуйте. Хоба. Вот тут можно сфотографироваться. Вот посередине ты становишься, я. Снимаю. Это наш заяц. Он сейчас плещется на рифе. Рядышком коралл. Рядышком коралла, да. Где много разноцветных рыбок. Сейчас он гундосит, потому что в маске. Посмотри, о, там есть. А рыбки там хоть есть? Вообще-то здоровая такая лежит, вот такая. Золотая. Не золотая, но приличная. А рыб очень много стоит. Они вот по кораллу стоят, каждый в своей норке. Сейчас я вылезу у тебя. Так, ты вылазишь, да? Нет. Давай, я не могу, водичка.
Вот здесь вот проходит выступление вечернее. Специальные места, как Колизей. А вот сейчас девочка будет читать стишочек. Пальцем переломлю, будь свободна душа, но меня не лишай легких крыльев, ведь кажется мне, будто я египтянин, и со мною и солнце, и зной, и царапает небо когтями легкий сфинкс, что стоит за спиной. Легких крыльев, ведь кажется мне.